Вот, приступаем наконец-то к кладке кирпича на вот эту стену. Ронь, пойдем посмотрим, как комнату сделали. Пошли. Так, ну-ка, давай смотреть. Давай смотреть. Так. Такая она серенькая. Вот та дальняя стена у нас грушевая. И такая лесенка сюда. Вот какой цвет получился. Какой... Не ходи туда, не ходи. Спускайся. У нас будут такие же шторки, пуфик. Вот она, эта комната. Вот так вот это все. Вот еще доделывать будем, то есть у нас тут еще одна фишечка для стен придумана. Это я вам позже покажу. А тут уже все готово. Только убрать осталось. Все эти полы функционируют. Посмотрите, плитка, кстати, российская, она очень классно смотрится. Мне прям нравится. Ронь, как тебе вид из окна? Хорошенький? Вид из окна у нас какой? Какой вид из окна? Да? Хорошенький вид из окна. Ой, как-то тепло стало с теплыми полами. Ну ладно, пойдем дальше рабочий процесс контролировать. Пойдем, пойдем. Иди проверяй. Ой, господи, это я зацепилась. Жди меня, да, иди проверяй. Все там правильно делают? Иди проверяй. Ну да, что-то не получилось колонцем. Да, вот как колонны ничего не было. Все. Так тоже хорошо. Да, так бы решили. Ну хаос мне больше нравится. Хаос тебе больше нравится? Мне нравится больше. Вот больше вот это нравится. Вот это. Хорошо, значит так и будем делать. И проверяющий здесь ходит, Рональд, по всем комнатам, все проверяет. Все проверяет Рональд. Ой, как здорово, как красивенько. Вот, такое сочетание цветов мне нравится. Классно вот этот цвет, да, получился? Да. Хорошенький, как будто солнышко светит. У него есть. Макс, нет. Пап, какой-то суровый. Ронь, ты все-таки пришел? Не пошел вниз? Ну скажи, как же внизу? Тут же без меня, тут дела делают. Как я внизу? Хочешь катерей, но иди. Я говорю, все время нужно импровизировать. А мы с Роником готовим. У нас сегодня будет гороховый суп. У меня весь директ в блинчиках. Огромное вам спасибо. Мне очень приятно. И у меня к вам следующее предложение. Выставляйте в свой аккаунт фотографии ваших блинчиков. Отмечайте меня, а я зайду и каждому лично поставлю по лайку. Я... Рон. Передай всем привет. Скажи всем привет. Рон. Не любит. Господин вонючий рот. Господин вонючий рот. Господин вонючий рот. Ну, очень ласковый зато. Я думаю, почему мне Рональд свою футболку облизал? А потому что я облилась молоком, когда готовила. Он ее чистил. Да, Ронь? Ронь. Рональд. Роль. Ну, Рона. Рона. Стена растет. Прикольно. Покажу вам, как все это будет выглядеть.